Всем привет, друзья! С вами канал Аль Пачино. Рад вас видеть на новой распаковочке. И сегодня мы с вами посмотрим вот такую инновационную отвертку от Xiaomi. Отвертка Valve Stick. И вот такой вот USB тестер напряжения, который мне в дальнейшем пригодится для моих тестов и для моих видео. Давайте посмотрим на эти гаджеты поближе. Очередное полезное устройство для дома и работы. Электрическая смарт-отвертка Valve Stick от Xiaomi. Изящный и стильный дизайн в форме ручки, алюминиевый корпус, множество насадок, ручной и автоматический режим управления, а также встроенный LED-фонарик. Все это объединяет в себе эта отвертка. Она поставляется вместе с набором из 18 бит и боксом для хранения самой отвертки. Вращение головки возможно в обе стороны, поэтому вы сможете и закручивать, и откручивать мелкие винтики со скоростью 100 оборотов в минуту. Электропривод отвертки Xiaomi развивает крутящий момент от 0,2 до 3 ньютона на метр. Этого усилия достаточно, чтобы надежно затянуть, но не сорвать резьбу винтов в мелкой технике. Однако, наличие функции автоблокировки храповика делает возможным использование отвертки и в ручном режиме. В корпус Xiaomi Valve Stick встроена светодиодная подсветка, которая включается автоматически при начале работы. Три LED-диода обеспечивают отличную бестеневую подсветку рабочей области, которая так важна при ремонте мелкой электроники. Отвертка весит всего 166 грамм, 18 различных бит марки OEM из легированной стали S2, плоские, крестовые, шестигранники, звездочки, треугольные и другие виды. Все насадки разные, все современные, все самые часто используемые типы. Двух батарей 3А достаточно для 8-часовой непрерывной работы отвертки. Ну а сейчас мы посмотрим отвертку в действии. На своем ноутбуке я буду менять DVD-привод на SSD-диск с помощью OptiBay. И заодно мы посмотрим, как работает наша отвертка. У нас есть подсветка рабочей зоны в отвертке. Так, берем нужную нам отвертку, насадку. Так, вставляем в нашу отвертку. Кончик намагничен и насаживать очень удобно. Так, и для начала мы снимаем HDD диск. Откручиваем его. Вот как можем видеть, у нас хорошо держит кончик любые мелкие детали. Снимаем наш старый HDD диск. Но это еще не все, нужно открутить его. Так, ну и уже на новый, вот мы ставили новый SSD диск, и уже на новый SSD диск мы сейчас будем накручивать наши болтики маленькие. Так, один есть и последний болт.
болтам нужно какое-то время, чтобы найти свое гнездо, и тогда уже можно смело закручивать. Так, а сейчас мы с вами посмотрим, сможет ли наша отвертка открутить мой мультитул от Ганза. У меня в мультитуле болты типа звезда. Вот сейчас можем наблюдать мощность нашей отвертки. Так, но мы не играться сюда пришли. Так, есть. Ну а теперь давайте закрутим обратно. Ну, я думаю, дожимать уже нужно вручную. А теперь мы с вами рассмотрим этот USB-тестер поближе. USB-тестер напряжения KVEC KVS-V20 для проверки зарядов кабелей, пауэрбанков и зарядок. С помощью тестера вы сможете измерить емкость аккумулятора в смартфоне, планшете, GPS-навигаторе или в другом электрическом устройстве. Он очень простой и понятный в эксплуатации, никаких специальных знаний не требуется. Напряжение измеряемого аккумулятора не должно превышать от 4 до 20 вольт, а сила тока от 0,05 до 3 ампер. Может измерять емкость, какая только есть, в миллиампер-часах. Как можем наблюдать, при включении тестера в USB-разъем у нас отображается 4 шкалы измерения. Слева в верхней части мы видим напряжение, которое выдает USB-разъем. Снизу отображается сила тока, сверху справа отображается время и снизу емкость аккумулятора. Итак, подключаем телефон к тестеру и видим, что зарядка пошла. Напряжение у нас 5 вольт и сопротивление скачет от 0,95 до 0,92 ампера. Поставим телефон на какое-то время для зарядки и посмотрим показатели в дальнейшем. Итак, мы видим, напряжение у нас 5,16 вольта, сопротивление у нас упало до 0,40 ампера, и за 18 минут батарея на телефоне зарядилась на 126 мАч. Для того, чтобы сбросить показатели на тестере, нужно зажать кнопку Reset на пару секунд, и все показатели обнулятся. Как по мне, данные девайсы дома пригодятся. Если вы занимаетесь ремонтом мелкой электроники или какой-то другой мелкой техники, присмотритесь к данной отвертке. Она очень приятная, у нее очень приятный плавный ход. По эргономичности она удобно лежит в руке и ею удобно работать. Если вам приходилось пользоваться данной отверткой, напишите свое мнение в комментариях, свой опыт пользования, те недостатки или плюсы, которые вы увидели в использовании этим гаджетом. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока!